Привет, друзья! Сегодня хочу вам предложить простую и в то же время полезную самоделку из куска 110-й трубы. Идея не нова, но это мой доработанный вариант. Мне понадобится 12 сантиметров 110-й трубы. Заглушка, которую я разделил на две равных части. Размечаем и выпиливаем куски фанеры, как показано на видео. Рейки стачиваются под углом, чтобы они плотно прилегали к половинкам заглушки. Один круг мы разделим на две части. Как вы видите, они не равны. Для того, чтобы саморезы не порвали фанеру, я предварительно просверлил в ней отверстие.
Очень удобная штука для переноса инструментов при мелком ремонте. А покрасьте ее в более веселые цвета, и будет вам пенал для карандашей, ластиков, ну или фломастеров для ваших детишек. Заглушка 20 рублей, петли 15, пара, саморезы, все остальное из остатков. Цена вопроса 60 рублей максимум. Ну а на сегодня все. Лучшая благодарность автору за его труд — это лайк под этим видео. До новых встреч, друзья. Здоровья вам и вашим близким.